Когда из крана не течет, а из канализации льет, на помощь «Сантехэконом» придет. Круглосуточная прочистка, отогрев и промывка скважин, труб и канализации. Обслуживаем всех, от частных лиц до крупных компаний. За доступные деньги избавим от проблем. «Сантехэконом» и ночью, и днем. Движение частично ограничат на улице Бабушкина с 3 по 6 мая из-за замены изношенного участка тепловой сети. Об этом сообщается в телеграм-канале ТГК-14. Движение будет ограничено с улицы Горького и Полины Осипенко. По одной из полос будет организовано реверсное движение, регулируемое знаками приоритета. Завершить работы и полностью открыть проезд монополисты планируют 6 мая. Асфальт восстановят якобы во время ремонта улицы по проекту «Безопасные качественные дороги». Аукцион на ремонт улицы Бабушкина выиграла компания «Стройсервис», зарегистрированная в Омской области. Стоимость контракта 359 с лишним миллионов рублей. Ремонт предполагает замену старого асфальтового покрытия на протяжении больше 2 километра между улицами Каховской и Богомягкова, благоустройство обочин, замену бордюров, установку дорожных знаков и нанесение разметки. Между тем, эта же компания «Стройсервис» накануне начала менять бордюрные ограждения на улице Журавлева взамен развалившихся всего за одну зиму на участке от Новобульварной до Хабаровской. Год назад «Стройсервис» забрал контракт на ремонт именно этого участка дороги протяженностью меньше 3 километра за 124,5 миллиона рублей без снижения начальной цены лота.